Лилиана, кто такой крот? Он живет по земле и всякие норы делает, пещеры, домики. Крот? Да. Пещеры под землей делает? Да. Вот это да. А что он там кушает? Сварит морковку. Крот? Да. Варит морковку под землей? Да. А что он еще ест? Грибы. Грибы? А что он пьет? Да. Что он пьет? Воду. Воду, а где он ее берет? Там есть маленький подвал с водой. Под землей? Да. А кто у него друзья? Маленькие крота. Кто маленькие? У него нет друга. То есть один крот есть. Один крот? А он вылазит когда-нибудь из-под земли, этот крот? Да вылазит, когда ночь наступает, чтобы... Ну, можно взять на ручки. А когда ночь наступает, он вылазит из-под земли? Да. И что делает? Занимается. Чем? Бегает. Спортом занимается? Да. Серьезно, крот? Да. Целый день под землей, а ночью вылазит, чтобы спортом позаниматься? Когда день начинается, он начинает искать свою нору. Да? Да. Потом туда залазит или что? Да. И что делает? Сидит на печке. Что? У него там печка есть? Да. Это да. Ты хотела бы у него в гостях побывать? Уже. Да? Да. Это да, и печка даже у крота есть, я не знала. Ну, да. Может, ты видела когда-нибудь? Не. Не была в гостях у него? Он тебя не приглашал? Хотела бы в гости к нему? Да. Да? Дружок твой? Да. Это да.